to get here, but we're finally in Moscow. Hello, I'm Roy, Stone Sour. Very, very excited to be here, but we're also very, very tired. I have a weekend, just 24 hours of traveling right now. Hey, what's up? This is Sean for Stone Sour. Here in Russia for the first time. Tired, but excited. Well, very, very happy to be here in Moscow. Can't wait to jam. Hey, what's up? This is Josh from Stone Sour. I'm cold. Some shite. Can't wait to go see some shit. Вчера приехали ночью. Скорее всего, сегодня поедем, посмотрим окрестности. В Штатах известен проект «Парк Горького». Ребята выпускались, достаточно неплохо продаются, даже имели какие-то места в чартах. Но я скажу вам, что Россия должна родить что-то новое, что-то из ряда вон выходящее. И публика здесь голодная, она хочет этого. В таких странах обычно так и происходит. Нет-нет, а потом бам, и говорят, вот эта вот музыка лучшая в мире. Да-да. А что они кричат? Что-что-что? Что это? Что они говорят? Это гимн. Встаем. Немало успеха с нашей группой, и хочу вам сказать, что это влияет на нашу жизнь. Да, мы все заряжены, нам это все нравится, но она никак не является помехой для остальных наших проектов, и не будем предсказывать судьбу. В принципе, этот альбом и эта группа об эмоциях, о возможностях выразить себя. И почему я выбрал эту группу? Вот именно, почему ты выбрал эту группу? Почему ты выбрал эту группу? Скажи, да, скажи. Вы меня выставили, ребята, в центре внимания. Я выбрал эту группу, потому что до этого, ну, никогда не играл в такой команде. В ней всего по чуть-чуть, и мощь, энергия. Это моя команда. Да, я расстался с Сепультурой, но это было не мое. Вот это мое. Вот это вот все мое. Это мои ребята.
Да, да. Ребят, я вас всех люблю, правда. Я люблю этих ребят, и поэтому я здесь, да. Да, да, поэтому я здесь. Из-за этих вот ребят. Это мой дом, это моя семья. Ну, не смейтесь, не смейтесь, так оно и есть. Ну, а если без шуток, на самом деле, я люблю эту группу, я счастлив, что я часть этой команды, и мне даже трудно представить иначе. Обе группы важны для меня и для Джима. Если взять во времени и относиться к ним по отдельности, они как бы друг на друга не накладываются, если я понятно выразился. Что там они кричат? Bullshit? А, evil equal shit. Да. Блин, а о чем я говорил-то? А. Да, у меня все. Почему? Потому что это единственная возможность точно знать, как ты, твой инструмент, твоя команда будет звучать во время концерта. Мы всегда относимся тщательно к нашим саундчекам, потому что как бы ты должен сам почувствовать, послушать, пустить в свою голову тот звук, который ты собираешься подарить людям во время концерта. У нас есть группа техников, профессионалов.